Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Dark Souls за мага. В общем-то, мне написали в комментариях, что сейчас желательно вернуться к этот, как его, в Анерлонда, точнее, в архивы герцога. И по идее, Логан Большая Шляпа прямо сейчас должен будет исчезнуть и появиться в том месте, где находился Сид. Давайте мы это проверим, и там же еще в ящике должны были появиться его шмотки. Ага, и еще на один уровень хватит, да? Да, но, видимо, для того, чтобы девятую ячейку получить, нужно до 40 прокачивать. Ладно, понятно. Подожди-ка, у меня есть какие-нибудь души, может быть, блин, мне хватит для прокачки? Не? Да, есть. Да, хватит. Да, еще где-то 3 уровня приблизительно, и я получу еще один слот. Так, сейчас давайте изменим заклинание, кстати. Вместо этого поставим... Погоди, где оно было? Большая стрела, большая тяжелая. Так, стоит. Это сюда. Вместо этого мы поставим... Наводящийся сгусток души, да. Ну, в общем-то, все, я готов. Переносимся... в архивы герцога. Как же быстро. Так приятно, ребят, до сих пор не могу привыкнуть. Ну, ждем патча на Bloodborne. Сказали, что к концу месяца пофиксят экраны загрузки. Вот, смотрите. А вот, да-да-да, все верно, появились его шмотки. Мантия мудреца, дорожные перчатки, дорожные сапоги. Давайте примерим. Мантия Логана Большая Шляпа. Говорят, она осталась со времен его обучения в школе драконов, но так вытерлась, что определить ее изначальный вид не может никто. Логан, которому безразличен собственный внешний вид, не потрудился сменить ее. Ну вот получается. И... хуже. Кристальные понышки. Давайте их поставим, наверное, да? Или нет? Давайте их. Вот так выглядит его броня. Но большую шляпу не дали, кстати. Вот что самое интересное. Но она мне и не нужна, потому что маска матери добавляет здоровье. Теперь, значит, подвигали в место, где мы впервые столкнулись с Ситом. И там, по идее, нас должен ждать большая шляпа. Ой. Да блин, слишком долго спускается. Прощай, неудачник. Там, по идее, по-моему, еще дыхание дракона он даст, правильно? Или это так называется, это заклинание. Оно какое-то адовое, по-моему, нужно 50 пунктов интеллекта для того, чтобы его использовать. Я могу ошибаться, точно не помню. Шляпа, я иду к тебе. Да блин. А вот и он, да. Все, победа за мной. Это было просто. Волшебство дыхания белого дракона, да? Большая шляпа и железный кристальный посох. Итак, давайте, наверное, поставим сюда железный кристальный посох. Да. Потом посмотрим, что там за заклинание. А, шляпа большая, что она дает.
огромная шляпа великого колдуна Логана, она полностью скрывает его лицо, поэтому Логана и прозвали Большой Шляпой. С ее помощью чрезвычайно нелюдимый Логан отгораживался от шума и людских взглядов, чтобы сосредоточиться на своих мыслях. Однако шляпа не заряжена магией. Ага. Я одевать ее не буду, ребят, потому что, ну, вы сами прекрасно понимаете, что маска матери в данном случае лучше. Вот. Это заклинание Логан создал во время своего странного увлечения магией Нагого Сита и спускает кристальное дыхание Нагого Сита. Хоть оно и не накладывает проклятие, трудно представить, насколько должен был обезумить старик Большая Шляпа, чтобы покуситься на страшную силу древних драконов. Нужно 50 интеллекта для того, чтобы использовать это заклинание. А для этого нужно убить еще, наверное, босса одного, а может даже парочку. Сейчас мы, значит, иначе сделаем. Пойдем к Гвиндолину. Хотя, может быть, к этой тоже верно. И убьем его. Говорят, что он достаточно просто валится магом. Там с пары выстрелов, по-моему, если я не ошибаюсь. Хотя... перенестись Норлонда. И после этого мы отправимся в картину, ребята. Валить Присциллу. Говорят, что битва с Присциллой будет не самой легкой. Именно магом. Поэтому сейчас мы это проверим, ребята. Кстати, раньше никогда не одевал эту броню. Впервые. Да я и магом-то раньше с логом никогда не играл, потому что не люблю я этот класс. Моментами скучновато за него играть, но моментами бодро. То есть как-то странно все это. Там, где я воином проходил легко, магом безумно сложно. Там, где воином тяжело, там магом безумно легко. То есть, короче, такая вот фигня. Странно все это, конечно. Давай, шевели батонами. Надеюсь, у меня все получится с первой попыточки. Хотя, я могу ошибаться. Подожди-ка, а может нужно было сначала опустить? Ну да. Я как обычно. Косячу. По-моему, нужно еще нижнее. Или так нормально будет? Ну, давайте проверим. Если что, еще ниже опустим. Потому что я что-то точно не помню. А, не, норм, приехали. Сейчас нужно надеть колечко для того, чтобы пройти можно было. Я добавляю тычки, давай так, кольцо принцессы солнца. По-моему, кольцо темной луны, если я не ошибаюсь. Да, все исчезло. Кольцо солнечного первенца. Первенец повелителя Гвина, унаследовавший свет, когда-то носило древнее кольцо, повышает силу заклинаний чудес. Первенец повелителя Гвина был богом войны, но его глупость привела к потере летописей, и он был лишен божественного статуса. Сегодня его имя позабыто. Я думаю, теперь можно колечко снять. Давайте присядем. Halt! This is the tomb of the great lord Gwyn. Tarnished it shall not be by the feet of men. If thou art a true disciple of the dark sun, cast aside thine ire. Hear the voice of mine self, Gwyndolin, and kneel before me. O disciple of the dark sun, thou hast journeyed far. Hear my voice, if thou shalt swear by the covenant to become
A shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere. A blade that shall hunt the foes of our lords. Then I shall protect thee, safeguarding thy person with the power of the dark moon. Very well. Now thou art a blade of the dark moon. Hunteth the enemies of the lords by the power of the dark sun. Давайте прочитаем про колечко. Так, вот кольцо клинка темной луны. Даруется тем, кто вступил в орден клинка темной луны. Откликается на призывы Гвиндолина темного солнца. Гвиндолин, который осознавал, как омерзительно и болезненно выглядит, создал иллюзию сестры Гвиневер. Она помогает ему охранять Анарлонда. Их разоблачение будет равносильно богохульству. И какой там синий камень был. Синее око. Предмет из сетевой игры позволяет вторгнуться в мир виновного игрока. Победите игрока, чтобы получить знак возмездия. Эти загадочные сферы даруются клинкам темной луны, рыцарям, которые служат Гвиндолину темному солнцу. Сферы позволяют карать грешников. Все, подвигали. What foolishness! Why would a blade of the dark moon trespasseth upon the great lord's tomb? Mark the words of myself, Gwyndolin. Thou shalt not go unpunished. Да-да, мы поняли. Сейчас он исчезнет, я ничего тупо не успею сделать, ну конечно же. Вот, блин, а как успеть-то? Вот в чем вопрос. О, про это я забыл, что он может так фигачить. Ой! Упс. Чё-то нифига не так просто, как вы мне писали, ребята. Ну ладно, сейчас попробуем еще раз. Кстати, насколько я знаю, до конца этой иллюзии добежать можно. А, да, получается, хорошо. 4 выстрела нужно, да, примерно. А, даже 3 выстрела, окей. Да, действительно, это просто. Есть! Ну да, довольно-таки просто, ребята, было. Довольно-таки просто. Давайте почитаем. Душа Гвиндолина темного солнца, стража Анарлонда. У особенных существ особенные души. Душа последнего ребенка Гвина позволяет получить огромное количество душ или создать уникальное оружие. Понятно. Кстати, сейчас можно поднять даже парочку уровней, наверное, если все получится.
Да, парочку уровней получится поднять, ребят. Как раз таки мы сейчас до 50 прокачаем интеллект и сможем использовать дыхание белого дракона. Это мне, наверное, сильно поможет в убийстве DLC-шных боссов, потому что сказали, что они будут адовыми. Но DLC-шных боссов я приберегу наконец. Все самое вкусное будет в конце. Пусто. Клинок света. Клинок по имени Света. Так, подожди, где? Это чудо использовал первенец повелителя Гвина. Усиливает оружие лучами солнца. Сила света, которая заключена в молниях, очень эффективна против драконов. Когда старший сын был лишен божественного статуса, он оставил эти письмена на гробу отца, возможно, в знак прощания. Латунный шлем, латунные доспехи. Доспех принцессы Темной Луны, хранительница огня Ванарлонда. После превращения в нежить она отправилась к Гвиндолину Темному Солнцу в спиральный мавзолей. Стала клинком Темной Луны и взяла на себя охрану огня. Она получила эти доспехи, скрывающие ее жуткий облик и помогающие выслеживать виновных. Не, ну клево, блин, красивая игра все равно. Вот. В плане дизайна она очень крутая. Жалко, что ее все-таки не доделали. Не дали доделать. Нам-ка, жадные сукины дети. Я более чем уверен, что игра могла быть еще в разы круче. Все 50. Так, изменить заклинание. Давайте вместо вот этого поставим дыхание дракона. Как это работает? Давайте глянем. Потому что я ни разу не пользовался этой хренью. Ух ты. Ну, наверное, она дамажит адски, да? Теперь подвигали. Ну, конечно, хотелось бы побольше, чтобы копий душ было. Тогда бы я был вообще неубиваемый. Кстати, а что если попробовать убить Присциллу наводящимся сгустком души? Может, какой-нибудь баг словит, и они сами будут лететь точно в цель? Вы об этом не думали? Надо будет попробовать. Так, надо сейчас всех этих убить. Следующий. Ой. Иди сюда, что ты? Не бойся. Ой, я же еще забыл скинуть люстру. Ладно, фиг с ней. Там, по-моему, зачаровали на оружие, насколько я помню. Следующий. Давайте попробуем на них. Ну, нормально, нормально, нормально. Не, ну штука клевая, мне нравится. А, промазал. И смотрите, вообще не могу попасть. Вот, блин, а. Жим. Дыхай, друг мой. Там еще бронька, по-моему, слева лежит, насколько я помню, из черной стали. Нужно будет про нее прочитать. Что-то я уже не помню описание.
всем. Да. Поехали. Так, для начала с щита начнем. Большой щит великого рыцаря Таркуса изготовлен из особого черного железа и тяжелее даже осадных щитов рыцарей Береника или Береника. Особенно хорошо защищает от атак огнем и эффективен для нанесения ударов. И бронька. В свое время очень любил эту броньку, кстати. Доспех железного Таркуса, рыцаря, чья сила вошла в легенды, выкован из особого черного железа, обеспечивает надежную защиту, особенно от огня. Из-за большого веса его можно использовать, его может использовать только сам Таркус. Но это брехня, потому что я тоже могу использовать. Нарисованный мир Ариамис. Причем, ребят, вот этот момент я хотел бы вот особенно здесь заметить, что в нарисованном мире Ариамис Снежок-то пободрее будет, чем в Bloodborne. Что самое интересное. Да, он не супер, опять же, да? Но он все равно как-то, ну блин, лучше, и все. С движком, по всей видимости, в Bloodborne не накосячили, ну прилично так. Ой, блин, назад. Кстати, да. Я, наверное, рановато пошел, надо сначала прокачать костер. Восстановить человечность, потому что нас там ждет фантом впереди. Для того, чтобы с фантомом встретиться, нужно быть обязательно в человеческой форме. Вроде норм. Я думаю, хватит мне 15. Кстати, еще же уголь есть, насколько я помню. Какой-то черный. Я даже помню, где он. Блин, надо вот пойти забрать. Ого, живучие суки. Однако. Он быстрее меня. И это немного печалит. Душа гордого рыцаря. Так, налево или направо? Пошли сначала сюда. Подожди-ка. Так, там мыши-свиньи. Я не знаю, они так хрюкают. Смешно. Для них человечность неплохо фармить, насколько я знаю. Ну, это было, конечно же, до DLC. Потом человечность стала проще фармить на человечности. Как бы это странно не звучало.
Следующий. Отдыхай, друг мой. Ой, тихо, не подходим, потому что может отравить. Ой, я жив, это главное. Там, по-моему, колечко дадут, если я не ошибаюсь. Или человечность. Колечко или человечность. Колечко там, по-моему, это жертвенное, которое... Ну, вы поняли. Знаете для чего. Чтобы сохранять душу после смерти. Можешь вылезать. Там нас впереди ждет дракон, и думаю, что я без особых проблем смогу убить его. Доброе утро. Летит, смотрите. Давай же, стреляй, ну. Ничего она не стреляет. Ой, блин, ой, бежим. Офигеть, еще и ты здесь. Ну, я отравлен, отлично. Причем самый херовый бяк из всех возможных. А у меня нет... А ты просто отравлен. Подожди, где? Не, это не работает, да, это та самая бяка, которую я не люблю. Опа-на! Восклицательный знак решил ко мне вторгнуться. Вот это поворот, ребята. Ну давай же, что же ты тупишь, блядь? Покойник. Мы так и не успели сразиться с восклицательным знаком. И, ребят, почему не стреляют эти сгустки души? Чё за бред? Это же реально чушь какая-то. Они реально на этого дракона никак не реагируют. Что меня, честно говоря, печалит очень сильно. Иди в задницу. Ой, блин. Уйди. Блин, я там был так близок. Идут, блин. Все, успокоился. Кстати, 25 тысяч, ребят, нужно будет сейчас обязательно прокачаться. Кровавый щит. Кровавый щит
упоминавшиеся в «Потерянных легендах» кровавый багрянец усилен легкими чарами и защищает от различного урона. Нога. В прыжке, ну-ка. Смотри, по-моему, как там в прыжке-то? Ой. Как-то я что-то я забыл немножко. Или тут нужно просто обычное оружие? Да. Это такой секретный проход. Можно сразу до босса идти. А не обходить. Кстати, изначально эта локация должна была стать стартовой. То есть отсюда нужно изначально планировалось, что вы начнете игру. Но потом что-то не срослось. Там, по идее, в конце Нита должен был быть. Но что-то не срослось, и все переделывать начали. При помощи устройства, да. Сначала нужно дернуть за рычаг. А, кстати, да, у меня же человечность точно, блин, придется восстанавливать. Иначе с фантомом я не столкнусь. Исчезнет. Ребята, идите в задницу. Ох ты, слушайте, убивает с одного удара. Круто, круто. Угу, 10 раз. Блин, да что ж такое? Да стой ты, не дергайся. Сломанный прямой меч. Еще 2 уровня приблизительно. И капец, я вообще что ли ничего не чинил? И мне интересно, почему нет такой функции починить все? Ну, в общем-то, чё? Человечность, да. Сижу, думаю, что я забыл. Что самое интересное, народ вторгается. Значит, нужно будет попробовать моим вторым персонажем поупашиться потом. Назад. Это не надо так вот. Не, крутая штука, однако. Да, блин, а. Или нет? Да уж, конечно, жестко их тут всех наказывали, судя по всему. Пиромантия, кислотная струя. Где ты? Подожди-ка. Вот, да. Пиромантия, неизвестная великая топия, испускает кислоту, разъедающую оружие и доспехи. Не все виды пиромантии зародились в великой топе. Ходят слухи о неизвестных пиромантах, живущих в других землях. Это заклинание создано одним из таких чужестранцев. Но пока что, если никого не вижу, по-моему, придется опять садиться за костер и возвращаться сюда.
Да? А, нет, король Иеремия. Кстати, этот фантом не просто так здесь появился, он на самом деле никак с Dark Souls не связан, просто данный босс в Demon's Souls был самым любимым боссом Хидетаки, как он признался в недавнем интервью. Ух ты, ёпта! Давай, умри! Есть! Шипастый кнут. Ну, по-моему, у меня уже такой был, я про него читал. А весь сет брони его появится уже после пресциллы. Давайте качнемся. Нет, больше никаких душ у меня нет. Надеюсь, на парочку уровней хватит. Не хватит. Печаль. Теперь нужно идти в мое самое нелюбимое место. Я думаю, не только у меня это не самое нелюбимое место. Офигеть. Просто одна хп, ребят, повезло. Ой, идут, идут. Все, побежал. Кстати, да, оно тут будет непросто. Не понял. А, все, теперь все нормально. Ой, ёптыть! Боль, печаль, обида. Я что-то перепутал заклинание, хотел другое. Ну ладно, еще раз. Ну вот недалеко. Единственное, что радует. Да ёб твою за ногу, 22 тысячи, сука. Блять, как я их ненавижу, а. И вот надо было поставить в таком узком пространстве вот этих вот ублюдков. Вот я вообще этого не понимаю. Как назло. Да ёб твою за ногу, иди в жопу. Короче, это место надо тупо пробежать. Хотя там, по-моему, есть пиромантия, насколько я знаю. Давай, сучка. Контрольный. Там никого. Ключ от пристройки. Кстати, да, что за ключ-то? Ключ от флигеля в нарисованном мире Ариамиса. В этом морозном нарисованном мире есть строение, напоминающее древний собор. Его флигель служит своего рода складом. А, точно, там находится уголь, понятно. Тук-тук.
Что-то я потерялся. Нам точно не сюда. Подожди. Я слышу какие-то звуки. И эти звуки мне не нравятся. Отсюда я пришел. Там был скелет, он покатился туда. Я за ним. Но нам, по идее, сюда нужно свернуть, да. Ой. Ой, блядь. Все, а теперь бежим, роняя известную субстанцию. Эх, моя жадность меня погубила. Ну да ладно, быстрее вернемся к костру. В принципе, мы забрали основное, то, что нам нужно было, это ключик. От пристройки которой. Иди прочь, негодяй. Вот здесь это самая дверь, которая нам нужна. Да, блин. Ёб твою за ногу, ты издеваешься надо мной? Отлично. Да ёб твою за ногу, что это за говно-то, блин? А еще и ты здесь, вы что, издеваетесь надо мной, не понимаю? О, здрасте. Ой, блин, назад, назад. Ой, ну надо было мне, конечно же, подбежать, когда он начал умирать. Я просто молодец. Он, блин. Быстренько забираем уголь. Уголь тьмы, да. Конем. Да все угли, кстати, раздать. Уголек необходимо для улучшения оружия. Церковь долгое время прятала запрещенный черный уголь, и ни один кузнец не слышал о нем. Оружие тайно использовалось для охоты на богов, эффективно против их родни и учеников. И еще, по-моему, здесь сет брони вилки есть. Не вилки, а вилки. Чудо обет молчания. Ага, не сюда. Уйдите, пожалуйста. Ну, блядь, ну пиздец. Ну вы вот прям все вот всегда испоганите, уродины тупорылые. Так, это босс. Надо сначала броню забрать. Здравствуйте, ребята. Я тут проездом, подождите, сейчас уйду. До свидания. Достали уже, честное слово.
Тайный ритуал черноволосой ведьмы Вилки не позволяет колдовать в области действия. Вилка – злая богиня греха. Она владеет как древними, так и современными искусствами, обладает властью, необходимой даже богам. Не стал за костер присаживаться, чтобы, ну, опять враги не появились. Да, вот, маска Вилки, черный плащ Вилки. Мантия продавцов индульгенций. Продавцов индульгенции, служащих Вилке богини греха. Говорят, их полностью черное одеяние заряжено таинственной силой Вилки, которая защищает воина от всех видов магии. Только забыли написать, херово защищает. Пойдемте быстренько сбегаем до костра. Оп, ёпарас. Мне так не надо. Это как-то не по-человечески. Так издеваться над человеком. Так, иди в задницу. Все, огурцом, погнали. Сейчас посмотрим, тяжело ли будет или нет. Сейчас здесь все пробегаем, здесь будет куча врагов. Мне нужно сохранить побольше заклинаний на босса, ребят, поэтому я их тупо буду оббегать. Задницу. Но, слава богу, что не в колено попало. Привет. Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. Серьезно? Thou must return it whence thou came. This land is peaceful, its inhabitants kind, but thou dost not belong. I beg of thee, plunge down from the plank and hurry home. Сейчас. Thou must только в валенке зашнурую. Поехали. А промазал фигушки, да? Hurry toward thine death. Опа-на. Так, вот это поворот. Где она? Не понял юмора. Женщина. Иди сюда. Чё за фигня-то, блин? Еще раз. О, попал, попал! По ноге, по пятке. Ой! Боль, обида, отчаяние, бежим. Нет. Да ёптать. Издеваешься надо мной? Ой. Что такое-то, а? Я попал! И она тоже. Это будет долго, да. А, ну я промазал, как я мог промазать? Почему эта херня не стреляет? Эта херня не будет стрелять, потому что это херня.
Самое главное, что она сейчас меня не скинула. Не успел скастовать. И это плохо. И я не попал. Вот это фигня, конечно. Да что за фигня, как мне ее убить? Попал, попал, да? Нет. Да что за фигня, я не понял вообще, как ее убивать. Я ни хрена не понял. Давайте попробуем тогда ее продамажить первый раз с помощью дыхания белого дракона. Лучше бы придумал заклинание дыхания бомжа Васи, блядь. Я думаю, она бы дамажила покруче. А теперь она будет сразу невидимая, да? И поэтому типа облом. Так, уйди, уйди. Еще чуть пониже и в булочку. Итак. Где-то. Хулиганье. Нифига я не попал, блин. Ага, 10 раз. Нет. Это вот она здесь, да? Да. Попал, попал, нифига, я крут. Бежим. Есть, есть, есть. А кто-то говорил, я не справлюсь, босс легкий. Почему, почему? Это бизнес, ничего личного. Читаем. А чё так мало? А, всё дали. Душа присылы полукровки, защищённая в нарисованном мире Ариамисе. У особенных существ особенной души, душа этой девочки-полукровки, противоположности всего живого, позволяет получать огромное количество душ или создать уникальное оружие. Твоя душа теперь принадлежит мне. Спасибо большое. Было вкусно. Теперь нужно пойти к костру, прокачаться. Прокачать как раз таки парочку уровней для того, чтобы получить еще один слот для магии. Я думаю, не помешает. Лишним не будет, это точно. Так, косточка возвращения, она не просто так дается, если ее можно заюзать и переместиться к ближайшему костру. По идее. Да. Ой, привет. Ой. Все. И костер заглох. Да что такое-то, а? Чего так не везет? Что за говно? Что-то мне не везет. Ладно, ребят, давайте на этом мы и закончим. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, комментировать, даже подписываться на канал, подписываться на Google Plus и Twitter. Там вся информация касательно канала. Также подписывайтесь на Twitch. Там проходят трансляции. На дополнительный канал там выкладываются записи трансляции, если вы пропустили. А на сегодня все, ребята, давайте. Всем пока.